Вы тоже должны понимать, что для этого нужен переход на темную сторону. И когда вы на нее перейдете, вы тоже поймете, что вколов укол, вы не будете такими, как он. Вот как сказал тот же, кто, Орвилл Бург, если все решает, как говорится, объемы фармакологии, тогда ответьте мне на один вопрос. Что мешает каждому из вас ставить себе по галлону фармы в день и быть самым огромным пацаном на планете? В чем проблема поставить себе реально эти литры фармы? Что таблетками, что уколами, в чем проблема? Зачем оправдываться? Да поставьте вы себе этот литр фармы и посмотрим, кто из вас станет как Биг Райан. Кто накачает арбузы на квадрицепсах, персики нахер на трицепсах и бананы на бицепсах. Никто этого не сделает, потому что это пахота. И она не будет, чтобы вот год вы позанимались и прям писец-писец. Нет, это годами надо делать. Это годами соблюдать режим. Никаких клубов. Спать нужно много есть. Это постоянно тоже жрать, это не тоже так легко. Поэтому люди ищут реально всегда себе оправдание. И мне постоянно говорят, вот там ты химик, то сего 5-10. Ну и что? Да, я химик, и что? Я понял, я сразу для себя решил, что если я хочу быть как Арнольд, я 100% буду принимать. Сколько мог в натураху, я сделал вот по горлу, что у меня все тело развалилось. Я перешел. Но я и делаю, я же не прихожу на тренировку, два раза гантели поднял и вытянул, правильно? Я как могу, я впахиваю, как могу. И вам того же говорю, советую и желаю, чтобы вы понимали. Главное правило фармы, как вы все считаете, что вот дозировки большие, про дозы спрашиваете. Я говорю, в чем проблема? Поставьте себе каждый литр, поставьте по галлону фармы, как говорил Орвилл Бург. И я посмотрю, как кто из вас станет огромным, как конь. Этого не будет в любом случае. Или вы будете просто залитым, я не знаю, вот как ведро с водой. У вас будет воды столько, что если вас в баню посадить, потом пробежку дать и еще что-то сделать, из вас все это выйдет, и вы из сотки станете 70 килограмм образно. Поэтому надо все понимать, с головой это делать, и не обесценивайте никогда чужую работу. Я не про себя сейчас говорю, а про всех, просто про всех людей. Кто считает, что билдинг это легко. Билдинг какой? Русский? Потому что из России реально мало кто чего добился. Или вообще из стран СНГ мало народу, кто вообще вышел куда-то в топы, и кто был, ну, единицы были таких людей. Все профессионалы, они все пашут, особенно за рубежом. Поэтому за рубежом это и ценится. А у нас менталитет такой, что, вколол, химло, или там мне пишут, а я думал, ты натурал, ты меня разочаровал. Там, ну, разочаровал, значит, разочаровал. Дело не в том, что кого я разочаровал, а в том, что... Кому-то по 40 лет, а люди верят в то, что можно накачать руки 60 сантиметров, кушая творог, допустим, и поднимая гантель два раза. И спрашиваю, какой там тренинг? Да нет никакого тренинга. Вот по факту, что это, разве тренинг? Мы просто пришли и просто вкачивались, пока не сделали там этот косарь. И так и надо вкачиваться, если вы хотите мышцы. Другого пути-то нет. А то начинается там, какая процентовка, сколько мне надо подходов. Да нисколько подходов. Ты пришел, и пока у тебя связки не заболели, ты вкачиваешься. Вот и все. Вот только так бицепс накачивается. Трицепс, грудь, вообще все мышечные группы. Только так, по-другому-то и никак. Вот и все. Поэтому как бы сейчас, что мы идем, закупаемся на рацион.